Всем привет! Вот как видите, разного размера и разной формы лежат перед нами электростаторы от электродвигателей. Как видим, в некоторых статорах обмотка залита клеем, в некоторых статорах обмотка зафиксирована сильно пластиковыми втулками такими. Бывают вот такие статора, вот так намотана проволока обмотки. Вот такие. Вот такие. Вот такой статор. Как видите, очень сильно залитый клеем. С него извлечь уже тяжело будет обмотку проволок. Вот этот тоже немножко залит сильнее. И замотаны очень сильно. Вот такие. Но они одинаковые эти. Еще бывают вот такие статоры. Данные статоры используются в электродвигателях от холодильника. В электродвигателях от холодильника статоры находятся в масле, поэтому они ничем не пропитаны, никаким клеем, абсолютно ничем. И теперь я покажу, как можно из статора извлечь саму обмотку, саму проволоку, медь. Вот у меня еще есть два якоря, один меньше, один больше. Как видим, в данных якорях медь залита, точнее обмотка в якоре залита клеем, и тоже трудно достать медь, но медь там есть. Также попробуем достать медь. Ну что, погнали. Ложим сам статор в костер и следим за ним. Не должно быть большого пламени. И не надо давать статору нагреться до такой степени, чтобы он красный был. Обжигать надо очень осторожно и внимательно, так как если мы перегреем или много передержим в костре наши обмоточки, медь наша сгорит. Так надо все с умом и все под контролем. Как видим, статор уже обгорел достаточно. Теперь обязательно надо охладить наш статор. Итак, охладили наш статор. При охлаждении вся грязь выкипает. И медь становится чистенькой и легко будет ее выбирать. И красненькой. Ну вот, ребятки, результат. После обжога, видите, красивая красненькая медь, не сгоревшая, ничего. Люкс. А. Самая тоненькая, то же самое. Должны выжигать вот до такой степени примерно. Давайте теперь достанем саму медь. Итак, статор выжгли, зажали в тиски. Сейчас каждую обмоточку по отдельности разводим вот так и растригаем. И достаем нашу медь. Вот таким принципом. Thank you.
Вот, ребятки, таким принципом достается медь из статора. Вот таким принципом разбирается статор. Вот такого принципа. Такой статор не надо обжигать. Вот таким способом и принципом разбирается статор, когда сама обмотка не залита клеем. Такой статор не надо обжигать от двигателя, от холодильника. Итак, вот наши якоря. Ложим в костер их. И это дело все контролируем. Видно, как клей выгорает, аж текет с самого якоря большого. Итак, маленький якорек уже выгорел. Обязательно надо охладить. Дальше у нас и большой якорек уже выгорел. Охлаждаем. Обожгли наши якоря. И как видим, только осталась одна медь и металл. Ну что, теперь просто достаем медь. Таким принципом можно обмоточки доставать, а можно и вот так. Просто вытягиваешь обмотку, растригаешь и вот так. И все. Это уже кому как удобно. Вот таким принципом можно достать медь очень легко и просто из якоря, любого якоря, какой бы он ни был. Ну вот, ребятки, как видите, очень легко и просто извлечь медь из статора, из якоря. Вот что получилось в результате, когда мы все разобрали и выбрали медь. Вот какая куча меди и вот черный металл остальное. Я думаю, это видео было интересно и мне, и вам. А на этом я заканчиваю свой видеообзор. Всем спасибо за внимание. Всем пока.